Все, что получил Титан в своем новом видео, вот фанатские фантазии, это просто молот. Бедный Титан, просто молот получил. Скажи, нафиг мне этот молот. Вот, например. Как полететь бесплатно? Чтобы вуман. Нет, она не моет эти заремки. Блядь. Что это? Это какой-то причел с молотком. И почему сейчас такие из-за Скибиди Тойла теперь тут популярны, например, каким-то из моего плейграунд приделать, блядь, такую пушку и все. Это имба называется, блядь. Это имба. Вот, например, Скибиди Тойлот. На этой моей нищие моды. Тут, например, есть очень быстро ломаемый скибиди. Который этот. Из 505-й серии. Кстати, фишка, если он будет много своим огнеметом огнеметить, его голова умрет. Ну вот. Смываем это чудище. Смываем сейчас. Смыл чудище. А вот этот Титан. Это обычный Титан Камерамен. У него апгрейдный. А вот, например, сучка. Нет, блядь, реклама. А вот у этой этого вумана уже голова может летать. Типа вот это хороший вид. Там еще было дерьмо. Давайте проверим. Как это? Где-то оно. Как-то это все запрятано. А-а-а! Вот так. Значит, да. Да, все равно у меня не получается. Просто, смотри, кстати, когда вот так вот голову, смотри, о, больно поверить. Это баг, исправляйте. Скибиди туалет. Скибиди доп, скибиди дып, скибиди уэ. Короче, я решился просто смыть это дерьмо. Вот так. Арбуз. Арбуз. Реально. Антипаразитик. Ну, если вы ходите, я в следующем видео по хазухах это все, как говорят, все эти моды скачать, чтобы у вас такие были.
такая антипаразитическая пушка. И зашла. Зашла. Ну вот эти крабы. Скибиди-о, 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 папа. Чисто пофиг. Вот, например, Уза зараженный хэдкрабом. Но его быстро убивает скибидист. А вот это, например, два вида титана Теломена, который в конце улетел, потому что не смог справиться. И вот тут эти вот крабы. Но они очень быстро развиваются. Вот, разные крабы. Вот, мини-краб, это самый обычный. Хэд-краб, арбуз-краб. А вот это, например, босс. Он самый большой. Ну, если, конечно, это не сталкиваться с этим. Кстати, тут лампочка, это из 17.00 стомит. Лампочки. Актив. Актив. И ты мне вот этот активировать. А, ну, это вот этот самый маленький. Так, босса можно тоже убить легко. Легчайше. А это за кого? А вот это. А еще один. Ах, кто такой? А в конце я расскажу, как все это скачать. Это обычный спикер титан. Короче, вот так. Там у меня есть еще пару модов на это. Например, на пушки. Да, персонажи, которые я будем разбирать в других видео. Ну, как говоря, быстренько. А вот это зачем мне? Вот. Вот так. Вот есть. Маньяк. Хэдкраб. Ха-ха. Спикермен вот такой вот. Если хотите вторую часть смотрю на свои моды, то пишите в комментах или ставьте лайк. Сломанный брокен колонкамен. Так это спикермен мне. Во, обычный спикер. Мэн. Почему колонка мэн? Это не колонка мэн, это какой-то камерамен продвинутый. Продвинутый камерамен. Странный. Вот у него есть где-то молот. Где у него молот? Где у него молот? Вот он его молот. Ну, он такой хреновый молот. Вот молот. Где молот? Это, наверное, модно иметь молоты. Короче, вот такой вот молот. А вот это вот уже тоненько. Все, готово. Ну а вот, например, вот это.
Видите, он не принесла. Я вот молот, мать его. Молот! Умирает! К чертовой матери тебя! Все, сломалась пушка нахер. И вместе с молотом. Ой. И маленький дроп. Как же без него? Мне больше нравится вот ТВ-мен. Вот титан ТВ-мен. И который даже своим мощным излучением. В следующем видео покажу, как это все скачать.